Коничуа, сегодня я хочу вам представить 10 новых аниме-приколов и 10 законов аниме о робототехнике. Пошли. Первый закон робототехники. Как правило, роботами могут управлять только лица не старше 18 лет. Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! У всех пилотов есть куча нерешенных личных проблем. Третий закон о робототехнике. Следствие хэппи-энда. Как правило, все проблемы персонажей к концу разрешаются. Поправка. Вместе со смертью персонажей. Око за око. Зуб за зуб. Зло за зло. Хуй за хуй. Любая устаревшая модель робота, управляемая главным героем, намного разрушительнее, чем новейшая неуязвимая модель, управляемая его противником. Верно. Я Кира. Пятый закон. Любое оружие, используемое в сражении, заедает в самый неподходящий момент. Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. В любой неуязвимой боевой машине или очень разрушительном оружии имеется функция самоуничтожения, вследствие чайника. Обычно это большая красная кнопка, расположенная на самом видном месте. Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Седьмой закон. Самоуничтожение нельзя остановить. Кричи изо всех сил, потому что мое искусство это... Это большой бомб! Девятый закон о робототехнике. Любую бомбу всегда обезвреживают за секунду до взрыва. Десятый и последний закон аниме о робототехнике. Неважно, какой провод бомбы резать, главное сделать это вовремя. Поправка сценариста. Второстепенным персонажем это не касается.